Вот, а здесь, смотрите, перчики выращиваются. Они же любят остро. Кимчи делать-то надо. А, кругом цикады гремят. На деревьях сидят. Они низко не опускаются, высоко. Я тебе и на путь, и так. К воротам. Можешь вовнутрь зайти. Вот, мы зашли в небольшой, как бы, получается, дворик небольшой. Вот, хотя по меркам посмотреть, это, я бы сказал, даже очень большой дворик. Вот, и жили здесь уже какие-то зажиточные люди. Я думаю, те, кто любит смотреть драму, знают это место. Всевозможные горшки, где хранился рис. А вот, кстати, вот в таких вот связках рис хранился. Да, внутрь нельзя. Сейчас, подождите, сфотографирую. Там видно печка. Стена обожженная после дыма. Ну, как можете видеть, комнатка маленькая. Вот. Там место прожженное на полу. Это как раз от печки, что за место подогрева зимой. То есть используют вот под полом. Там проходит каменная, как сказать, каменный воздухоотвод. Вот. И когда греет, то есть дым полностью, огонь проходит под зданием и греет комнату. А где? Пойдем, Лилин, на выход. Ой, ага. Это что за перец? А их вот плоды используют потом, как под бутылки делают. Они пустые, полы внутри. А-а-а. Чашки. Здесь кухня. Это кухня, видишь? Печки с дровами на этих котлах. Угу. В этих котлах готовят хворост для растопки. Ну, как бы можно помочь, наверное. А что это за херня? Прям вот так? Сейчас, подожди. Это тоже. Ой, какие полетики. Где? Чего? Да, это долбишка какая-то. Типа ступочка. Ну да, сюда двумя ногами или вдвоем, и там толкли. Типа так? Вся мокрая. Типа так. Вот, а на этом месте сегодня, я вижу, или времени пришло, как говорится, рано, или как, или не тот день. Вот, но вот здесь вот обычно стояли шесты здоровые с натянутым тросом, как это, веревка, да, и по ней канатоходец старый добрый Джесси ходил туда-сюда. Вот периодически он, как бы, трюки разные выполнял, и в то же время, как бы, когда доходил до конца веревки, он садился и травил какие-то байки, истории рассказывал. Вот, а это вот сидят вот в традиционной национальной как раз одежде. А здесь вот тут обычно садились люди. В прошлый раз мы когда здесь были, мы также тут сидели. А здесь
Это как центральная манеж что-то, да, выступает. Вот здесь в прошлый раз, по крайней мере, типа, знаете, как у нас раньше были скоморохи, вот у них также труппа танцевальная такая вот, что развлекательная. Тоже с барабанами все там исполняют много всякого всего. Там на лошадях катаются. А вон там, вон, видишь? Лошадка. Я свое детство накатался на лошадях, мне хватило. Куда, туда? А, в эти подставить вон лица, вон хотите вон? Да. Все хотят. Ты пошли? Первые. Все первые. О, там что-то пилят, что-то делают. А, они кусты ровняют. Ну, что надо? Вот такое место. Здесь тоже драмы часто снимались, особенно вот в этом месте. Вот, как вы можете видеть, я думаю, вы знаете, что это такое. Берутся палочки и закидываются прямо в эти горшочки. Попадешь, не попадешь. Лилина, дальше вставать надо. Оттуда, откуда-то, тут оттуда кидается. Лилин, пойдем дальше. Да. А с этой веревкой я даже не знаю, что это. Попробуй оторви. Пойдем туда. И меня тоже. Там, в смысле, вообще хотите посидеть? Вот знаешь, вот этот. Вот я говорю, вот беседка, в нее тоже садятся и сидят. Там мороженое можно взять. И тебя не забыть. Ну ладно. Юмористы. Убежал. Типа развлекательного этого. Ага. Чего? На. Веселуха. Вертолеты разлетались. Что, пойдем зайдем? Нет. Что-нибудь подрисовать, да и все. Тут тебя кто туда пустит? Там барабан наверху, в него бомбить, дудеть, лилии. Или что-то маки. А здесь вот недалеко я, кстати, эту камелию видел. А, вот, кстати, смотрите, камелия. Или что это? Да, да, это оно. И вот тут в них тогда эти шершни были, когда я рассказывал, где они там прям выгрызали, ели изнутри. Типа ранеток что-то. Не, это... А это яблоня. А, нет, подожди. Камелия это, походу. Нет, яблоки. Не знаю, врать не буду. Зачем так грубо? Наверное. Смотрите-ка. А здесь наказание, да, кстати, ноги ломали и прочее. Сатто. Это садишься? Садишься
ноги завязываются и разводятся палками, ломают ноги, как бы давят на голенище. Да-да-да. Ради того, чтобы что-то били. Ну, да, пытали. Было такое. Смотри, чьи-то тапочки чьи-то кто-то оставил. Может, это чтобы входить туда или нет? Нет, туда нельзя. Шляпы. Там единственное, что кто-то там, может быть. Ох, у него работа. Тоже мороженое ест, вот, блядь. Вон там он. Ослик там должен быть. Видно, нет. Не знаю, солнце сильно яркое. Там, кстати, всевозможные находятся дальше магазинчики. Да, да, точно, это он. Где? Субаксори? А вот даже, слушай, что-то они за арбузами гоняются, как я понял. А, что-то типа, кто украл арбуз, что ли? Что-то такое подобное. Да, бахча. А почему нам на какую нельзя пойти? На какую? Ну, не знаю. А он, кстати, он поливал, он брызгалка у него, ну. Эй, туристы. Как, в принципе, и мы. Побрызгаться не хотите? Вон, вода. Хотим, да ну. Вот там, смотрите, там находятся магазины дальше. То есть утварь, чашечки, что вот купить можно. Вот такой вот. Я, кстати, там эти покупал, тебе рассказывал. Да, для питья, для алкоголя маленькие самодельные из глины. Расписные, разрисованные. В принципе, ценник неплохой там. Вон, видишь, он народ отдыхает. Сейчас плохое. А там что, из лука стрелять, что ли? А я не знаю. Я хочу туда попробовать. Они там что-то собирают, походу, или что, или делают вид? О, опять. Если сильно этими не увлекаются, цветами, да? Цветами? Не так много насаживают, да? Так, а это тут, как бы сказать, не то место, как бы, не то место. Короче, это представление идет 30 минут. А ты откуда знаешь? 14:20. Ага. Прикольная работа, вышел, покричал. Голос сорвать можно. Мы идем дальше. Чего? Что-то растет. Ой, не вижу далеко. А? Ой, я весь мокрый, ужас какой-то. А? Чего? Так вот я вот тоже весь абсолютно мокрый. Ужас какой-то. Перила зеленые. Только. А. Я хочу из лука пострелять. Из какого лука пострелять? Ну там мишень. Не видел, что-то я там. Там мишень. Блин, и салфетки то кончились. А жара-то какая стоит, ужас. Влажные, ты хочешь, я тебе дам? Не, влажные у меня есть, мне сухие нужны.
Знаешь, все. А вон там мостик, кстати. Вон мостик, пошлите, может, возле воды не так жарко. Там единственное, что это солнечное. Низко, вон, смотри, там мост. Ага, иди, иди. О, красивая погода. Да это воротца. Да на мост пойдемте. Я бы сейчас искупался, вот честное слово. Сейчас, слышишь, есть вариант приехать в парке напротив гостиницы, то где вода льется. Детей разогнали. Просто упал и лежишь. Только главное не застрять там. А то она там маленькая и крутая сильно. Попробуй, говорит, так еще развернись. Вашу, где на кораблике там вниз по спиральке? Горки. Горки. Ты горка, блин. Труба это. Это горки. Труба. Это горки. Цыц. Это горки. Ой, ой, ой. Ну, как бы, да, но думаю, пить нельзя. Ваша ванна, вихенцы для ваших ног. Ну, наверное. Вот это, короче. Да, мы идем по мостику. Речушка, водоемчик. А? Че там? Уа, какая рыбина, смотри. Уа. Там несколько. Ну, несколько рыбин. Ну. Кстати, а пруд очень помельчал. Очень. Возможно, было сухо. Смотри, там стоит. Ой, смотри, сколько. Ничего себе караси. Нам удалось запечатлить их. Да. Пойдем. Раньше. Этот водоем. А вот там дальше, да, вот там более-менее. А здесь... Он слишком пересох. Лето, вот, жара. Там, туда, и все, и Денис! То, а, Денис! Ты видел, сколько там рыбы плавает? Вот такой вот. Ой, смотри. Я извиняюсь, конечно, камера шатается, но как могу. Как обычно, всевозможные сувенирчики и прочие штучки. Чё там? А, ну понял, это в который вот за место бутылок использовали они. Да, есть такое. У нас такие тоже растут иногда, если посадишь. Ну как бы мать тоже выращивала. Они, правда, большие не вырастали, маленькие такие желтели быстро. Цветное мороженое. Потрогай. Вот. А здесь. А здесь качели. Народ качается. Отдыхает. Слышите барабаны, если там представление началось, как раз вот их не скоморохи, или как их правильно назвать-то, скачут, прыгают, бьют барабаны. Наверное, надо пойти помочь. Вот. А ты совсем близко подошла, а вот там одна стоит, я попал. Давай. Короче, никак. Да. Вот, мы уже возвращаемся домой. К выходу, вернее. Устали уже, что-то на весь день находились. Жарко, плюс сегодня, я не знаю, на улице сейчас градусов 35. Пруд, мостик.
реально жарко. А вот здесь вот находится как бы небольшой музей, даже не музей, наверное, а по разным странам Азии, то есть Индонезия, там Сингапур, Малайзия, вот все страны, и в каждой комнатке, то есть что-то по каждой стране, вот, то есть быт, где они жили, то есть какую одежду носили, вот, все это представлено. Это интернациональный парк вроде как. Но он, слушай, если мы туда сейчас зайдем, это на очень долго. Там, короче, ну вот и все. Мы уже вышли, как сказать, из комплекса из этого. Устали вообще неимоверно. Ходили до этого в комнату страха. Вернее, мы туда не собирались, а попалась девочка. Я как понял, она с Узбекистана, но вышла замуж за корейца. Вот, он уже такой, как бы, в возрасте. И он говорит, пошла, нас попросил с ней сходить. Потому что она, говорит, хочет. А ее муж, как только, говорит, зашел в первую комнату, он сразу туда выбежал, говорит, ну, знаете, говорит, я туда не ногой. Вот, ну, как сказать, получилось, в общем, как обычно. То есть, вот она ходила, я и моя дочь, они обе визжали, а мне почему-то было смешно, ну не знаю, как-то мне вот так вот это все. Сейчас, ну, пойдем на остановку, надо дождаться автобуса, доехать назад домой, вот, устали, жарко, ужас. Странно, но наши девки захотели пончиков. Поэтому мы сейчас донатим. Ужас будет. Да, как бы вот набрали вот пончиков. Папа. Все, значит, это. Я сейчас. Здесь. Задолбали гоношиться. Какие-то зипсы. Бегун. Паника. Короче, забрали мы себе напитки. Сейчас будем чавкать. А что ж ты не взяла? Иди. Посмотрите, тут из окна канам на дворе, однако. А ты мне взяла? Вот тебе оранжевая. Ну прям спасибо, оранжевая мне. Мне розовая.